Это Роджер, я стоял на камерах, и Роджер убил прямо на камерах премьер. Назовите элемент главной подгруппы второй группы второго периода периодической системы химических элементов Менделеева с атомом номер 4. Это вещество относительно твердый металл, света серого. И не пытайся провернуть такой же, как с Гарри провернул. Да. Ты то же самое сделал, Гарри, со мной такого не получится. Я стоял на камерах, и ты прямо на камерах убил передо мной. Ты прямо передо мной убил. Да, расскажи. Просто. Я тебе не так просто не сдамся. Ну и все, из-за голубого теперь. У меня глаз задание было. Я просто не видел Федя. Понятно. Хитрец, блин. Я был уверен, что класса там один на камерах, он сейчас пойдет, я его убью и. Бедный Роджер, ну блин, а что ты хотел? Ты же, блин, самый скилловый здесь, тебя в первом гасит. Его не первый раз уже так? Нет. Роджер, ну ты допизделся, что я могу сказать. Ну, типа того, да. Ну, если что, я была синим там где-то, я не помню. Я с Мироку бегал, типа, постоянно. Не знаю, может быть, у него были шансы меня убить, но она меня не убивала. Я сначала кислород слева заполнял, потом водичку переливал. Если бы ты умер, ты бы не разговаривал. Да, как вчера. Когда я умер и не умер. А, лол, да. В общем, ну давайте скипнем тогда. Ну да, наверное, пока скип. Да, давайте скип. Роджера здесь все хотят убить первым, поэтому тут хрен поймешь. Вот и все. Вот теперь будет сложно, потому что если Роджер... Роджер был, естественно, мирным. Вот, и без Роджера... Бедный Роджер. Без Роджера будет сложно, потому что он тащит. Так, я не пойду свет чинить, потому что там наверняка уже кто-то побежал. А, нормально тут, блин. Что тут надо сделать? А. Блин, тут задания такие прикольные. А свет никто не будет, да, чинить? Я не пойду чинить свет, потому что, мне кажется, там уже сидит импостер и ждет кого-нибудь. Я не хочу умирать. Блять, все-таки это был Десуч, понятно. Давайте, не подведите, пацаны. Это Филя. Это не я. Я только что подошел к тому месту и нашел труп. Вот только что подошел. Я не убийца. Мне кажется, это Десуч. Это Десуч. Или Мироку. Кто-то из них. Мне кажется, это Десуч. Я чинил. Потом я ушел оттуда. Ты стабилизировал как раз вот на отпечаток руки? Да. Просто-таки это был я. Блин, его сейчас реально задушат. Десуч, типа, его... Реально, да. Мироку должна сделать правильный выбор. Потому что кроме тебя там никого не было. Я был вместе с Мироку на вот той первой. Мне кажется, это ты. Это стопудов ты. Потому что, ну, кроме тебя там никого не было, понимаешь? Мироку, сделай правильный выбор, пожалуйста. Мироку. Я с Мироку был вон там. И Мироку там все еще стоял. Как я зашел и пошел на вторую часть, где ты был. Как раз вот там и нашел я труп. Так что это, скорее всего, ты. Все, красава. Красава. Красавцы, красавцы, красавцы. Блин, как хорошо, что я с Гарри угадал. Миссия «Колпачки». Блин, вот это тоже тупо дебильное задание, потом возвращаться к нему вообще неохота.
Так, сколько тут секунд осталось? 35. Ладно, вернемся потом. Где нашли? А-а-а. Где нашли? Я его пустил. Вот там, где, знаете, этот мостик. Я не знаю, я не помню. Слева сверху? Да, точнее справа сверху. А, справа сверху. Короче, два мостика на... Где эти делают саботажи? Так вот, там, короче, комнатка рядом слева, получается, и в ней был Филя. Угу. Филя — это кто? Какой никнейм? Это коричневый, который, Филя, да? Это который умер, да. Роджер был сверху, так что это не он. Я просто весь раунд, я просто пытался спрятаться. Я просто пытался спрятаться так, чтобы меня никто не увидел, честно. Тебя убьют? Подожди, так может быть это Роджер? Может быть, но я честно просто пытался спрятаться. Ну, подожди, если Филю нашли там, в комнате справа. Спасибо за водичку. Я, смотри, что произошло. Я пытался спрятаться, потом в какой-то момент, когда я ходил от вас, двери закрылись. И я вернулся, потому что туда зашел последний Десыч. Если бы я там нашел труп, я бы понял, что это Десыч. Но я открыл к вам двери, там ты и Десыч. Но мне казалось, там был третий, но он вроде как ушел через обеззараживание. Я Десыча не видел. Поэтому... Нет, кстати, с параноиком бегал. Я видел только тебя, Роджер. Десыч от тебя уже ушел, потому что я пока к тебе пришел, мы развернулись им на входе в это здание. Ну ладно. Да, сейчас скип. Ну пока скип тогда, да. Я не знаю, типа, ситуация. Я его так и не нашли. А, Покси здесь. Пепе Клаун. Леха. Так, Леха убегает отсюда. Ага! Это Леха. Не, ну это Лёха 100%. Мы все видели, да, как Лёха убежал отсюда? Да. Лёху кикаем. Ну да, ну, типа получается... мы вошли в проём в туалет, да. А оттуда убегает Лёха, а там труп. А, я просто... Понимали. Ну даже если мы сейчас кикнем не предателя, то мы пока живем. Да, я не знаю, типа... Смотри, я, когда мы кикнули параноика, Филин из-за него топил, но я не видел конкретно убийство, я видел только труп. Но опять же, не, этот Мирки, она топила за лоха, что он типа нормальный, я помню, в чате где-то было. Да, что она его видела. Что-то зеленого. Ну, что... лоха я тоже видел часто. Ну вот да, так что он как нормальный. Он просто бегает. Значит, это ты, Роджер? Ну, получается так, или я, или Филя. Потому что убили-то при мне, но я его зарепортил тогда. Я не убийца. И меня-то вообще как бы не было. Я на камерах вообще. Ой, тебя не было, но ты говорил, что ты видел, что параноик убил при тебе. Ну, это первый килл, это когда параноик, я стоял возле той решетки, и когда он починил свет, я стоял возле этой решетки, и я по свету увидел, как он убил Десуча. Вот это я видел, а когда вот... Короче, я проголосую просто за Роджера, потому что он Мангеймс. Тупо, как всегда, я, да, понимаю, ребята, нас бахаете. Ну, я не знаю, я, если мы проиграем, то я не расстроюсь. Просто я проголосую за Роджера, потому что он Майн Геймс. Нормально, он просто за Майн Геймс. У меня дождь абсолютно всегда теперь. Еее, это был Роджер. Что я просто работаю себе алиби, вы все равно не кого? Чего? Даже двоих. Окей, интересно, интересно. Единственное, кого я видел, это кого-то в этом, в комнате с кнопкой. И то я даже цвет не заметил, там просто кто-то пробежал. Это единственный человек, которого я видел за весь раунд. Здорово, Дэц, вообще, он как-то не очень. Раз он за тобой, он знает, что он тебя... Параноик, прости, но я не виноват. Это игра. It's just a game. Why you have to be mad? Когда я остался с ним наедине, он что-то начал меня преследовать. А хотите, я вам скажу кое-что? В смысле? Он очень активно побежал прямо за мной, сделал чертов крюк, и когда понял, что он меня не догоняет, сделал и ушел в бок.
Вы что, издеваетесь? Я столько раз со всеми прибежал. Я, блин, столько раз прибежал со всеми чинить свет. Это не типа... Меня в смысле? У меня сделаны почти все задания, и я постоянно бегаю, свет выключаю. Люди, дайте мне сказать. Типа меня вообще все видели. Люди, дайте мне сказать, пожалуйста. Федь, когда ты меня преследовал, мы выбежали, я побежал в сторону зеленого, и когда ты увидел, что там зеленый, я бегу в его сторону, ты сразу развернулся и пошел дальше. Что-то это очень даже подозрительно, мне кажется. Ну все, Десч не справится. Блин, ну это просто тупо. Типа, вообще абсолютно никаких нету доказательств, что это я. Вообще никаких доказательств. Типа, ни единого доказательства. Я постоянно бегал со всеми, и я постоянно чинил свет. Типа, что? Типа, ну какой смысл? Десуч, а я ничего не могу сделать, ты посмотри, блядь, я типа столько, то есть меня видят постоянно все, а трупов не так много, то есть непонятно кто, и я постоянно бегаю и чиню свет, и, то есть я даже наедине ни с кем почти не остаюсь, а если остаюсь, то я просто типа бегаю, а потом убегаю, то есть они просто загасили меня, потому что Филя, блядь, решил, что, ох, ебать, он, блядь, развернулся в другую сторону после того, как увидел Роджера, ну заебись. Да-да-да, послать. Приходи на мой Twitch, ссылочка в описании. Не, ну серьезно, приходи, там будем играть во всякие игрушечки, будет весело. Все, давай, давай. Там ссылочка в описании. Давай, просто кликай на нее, кликай. Кликнул? Все, отлично. Увидимся с тобой на стриме.